если она опустится сюда, уже когда прямо должен, уже получается по закручивать еще и такой же планотки не было. Можно таким образом быть, как я сейчас вышел. Мы выходили еще, смотрите, вот, за шейку, за кисть, поджимаю сюда, перехожу и отпускаю там кисть уже не узнаю. Пошел обратно. Либо он начинает убегать на бок сюда. Я здесь только догонял, потому что догонишь, я опять же возвращал. Не надо, чтобы рука была здесь. Опять же его делал. Но я ее делал, то есть, знаете, моя штука есть диафрагма. Вот эта штука. И я его делал, получается, впутал немножко с этим. Я делал одновременно и этот, и на всякий случай еще чуть-чуть диафрагму подкручиваю. Это не надо повторять? Будем? Давайте 2 минуты сейчас делаем, я конечно. И потом диафрагму переходим, а потом свою диафрагму, может, чуть больше. Попробуйте.